В Меликесском районе открыли завод по переработке молока. На церемонию открытия приехал губернатор Ульяновской области. Алексей Русских познакомился с начальством и персоналом нового предприятия. Также глава региона попробовал местную продукцию – сметану и сливки. Новый завод входит в проект строительства животноводческого комплекса. По этой программе можно увеличить численность рогатого скота до 1500 голов. Благодаря современному оборудованию завод будет перерабатывать до 25 тонн молока в сутки. Губернатор отправился дальше, навестил семью Патрикеевых. Сергей Патрикеев – командир отделения, участник спецоперации. Дома Сергея ждут родители и двое сыновей. Губернатора встретили душевно, напоили чаем с пирогами, познакомили с детишками. А глава региона принес добрые вести – письмо от командира бригады. Главный сержант Патрикеев Сергей Валерьевич, проживающий в вашем регионе, проходит службу в нашей гвардейской части. С первых дней участия в специальной военной операции он показал себя надежным боевым товарищем, который честно встал на защиту нашей Родины. Напомним, семья Патрикеевых пользуется региональными льготами. Организована и адресная помощь для решения бытовых вопросов. Глава региона также провел встречу с местными жителями в Новой Майне. Алексей Русских наградил родственников участников спецоперации благодарственными письмами. Виктория Чиркова, Улправда ТВ.